Всем привет! Сегодня я вам покажу, как сделать маркер для семян. Для начала я вычертил чертеж на кардоне и вырезал вот такой. Потом я брал, ставил на железо и намечал карандашом. И вот у меня вышли вот такие вот железки. Теперь их будем вот так вот их сваривать. Как размеры я вам покажу ниже по ссылке в видео. Теперь будем их сваривать. Вот так я все приварил точками, уже металл тоненький. Теперь вставляем в тиски и будем выгибать. Потом как бы берем плоскогубцами и начинаем выгибать две пары плоскогубцев и вот так ее растягиваем и доводим ее вот до такого. Ну и вот так у меня первая получилась. Делаем дальше. После того, как уже я придал форму маркерам, берем, делаем стойку. Стойка, высота ее составляет 180 миллиметров. Толщина 10. И сверху к стойке мы привариваем болт. Ну, вы зависимо, как вы сколько гаек вы хотите ставить. И если что, его можно уже отрезать. Приварили. Делаем дырку тоже на 10 миллиметров. Так. Длина у меня составляет 25 миллиметров. Я подтвердил на конце по одному отверстию. Как я их уже прикрепил и начал использовать их, у меня была слишком мягкая рама, поэтому я здесь укрепил и приварил еще же одну жесть. Как я ее так приварил, просто берем эту жесть и ставим под низ, вот так ее под низ ставим, карандашом чертим, вырежаем болгаркой и привариваем с двух сторон. Труба. Диаметр трубы я здесь использовал четверку 40 миллиметров. И как было и как я выгибал стойки. Сначала они были вот так прямые, прямо ровные. Я прежде чем использовать, видите, как если я стану, они уже будут согнутые в землю лежать. Берем их, прижимаем здесь в тиски и молотком ударяем, выгибаем их. Для нужного, ну это уже как вам это уже понравится. Ну вот и все. Все как бы просто. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. В следующем видео вы увидите их в работе.